Чего это получилось, чтобы не допускать? Вот смотрите, ситуация. Так. Алена становится, она более такая исполнительная у нас, напротив Коля становится. И с той стороны становитесь, чтобы вас видать было. Саня, туда становись. И смотрите, какая штука. Вот сейчас вот Каматея. Вот Алена делает двоечку, просто двоечку делает. Раз, два. Молодец. Чуть назад отойди. Раз, вот он на такой дистанции. Сейчас Коля идет вперед, и только ты делаешь двоечку лоу-кик, он подойдет, только вот на подходе сделай двоечку на подходе ему сразу же. Смог ты сделать лоу-кик? Смог ты сделать лоу-кик? И не сможет никогда сделать. Сколько раз говорят, встречайте на удар. Простая вещь, видите, вот сейчас вот все вы ее видели. Девчонка смогла нейтрализовать. Сколько тебе лет? 9. Сколько тебе? 10. Сколько ты весишь? 30. Ты сколько? 30-65. Два раза это самое тяжелее. Нейтрализовала. Техника всегда побеждает вес и силу. Всегда. Простой пример. Доступный, понятный. Чаще делайте. Наглядно было? Чаще уходи в сторону, бей руками. Часто, если даже это не будет получаться применять, на Апакидзе не применишь, когда подрастешь лет там до 12, когда можно будет тебя вывести куда-нибудь на чемпионат России, на северо-запад, чтобы ты уже этим совладел в совершенстве. Сейчас ты закладываешь фундамент на тот момент. Каматэ? Это природа. Это, к примеру, тому, помогает ли самооборона как бы для защиты девушки от там, взрослого мужика. Помогает. Просто практика нужна. Она послушная, сделала тогда, когда надо. Если делать не так, как надо, не нарабатывать, не поможет, тогда не поможет. Но это все работает.